Кирилл Амосов на баскетбольной площадке уже 3 года. Играет за команду брянского спортивного комбината «Десна». Но «Локбаскет» открыл для Кирилла новые возможности поиграть со сверстниками и проявить себя. Соревнования идут очень тяжело, потому что нам не хватает опыта, у нас мало играющих игроков. Не хватает быстрого отрыва, соперники очень сильные, ожидания выиграть. Чемпионат «Локбаскет» реализуется по программе федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». В прошлом сезоне проект отметил свой 15-летний юбилей. В этом году за право считаться лучшей школьной баскетбольной командой состязаются сборные юношей и девушек из Брянска, Новозыбкова, Климова, Клинцов, Почи, Посельцо, Дядьково и Карачева. Наша команда готовилась в упорном хорошем режиме. Мы готовы к борьбе. 8-я школа не подарок, очень сильная команда. Но мы будем стараться через быстрый пас делать результат и точные броски. Ожидания у ребят, конечно же, самые большие. Хотим выиграть турнир. Тут играет среднее звено школьное. И выступают команды именно общеобразовательных школ. То есть это не сборные района и тем более не сборные спортивных школ. Соответственно, есть возможность у ребят, которые не занимаются в специализированных школах, себя проявить каким-то образом, показать и, возможно, прийти в сердце уже на тренировки. В этом сезоне принимают участие 24 команды, в том числе и женские. Соперники довольно сильные, наша команда тоже, потому что мы вышли уже в полуфинал. Надеюсь на удачную игру, но соперники по силам, думаю, больше, чем у нас. У них шансов довольно больше. Буду надеяться хотя бы на 3-е место, но если это будут лауреатные 1-е либо 2-е, то я буду очень рада. По итогам первого этапа 4 лучших команды встретятся в финале, который пройдет в середине февраля во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Дмитрий Белов, Виктор Левченков. События, Брянск.